Большие турниры, любимые команды, эпичные сражения. Делай ставки на Dota 2, Counter-Strike, танки и многое другое. Букмекерская контора Леон. Ставки на киберспорт. Больше, чем просто игра. Ты видел это? Ты думаешь, это 25-й кадр? Нет, это 25-й час. То, чего тебе не хватает. И он даст тебе так много энергии, что в твоих сутках появится 25-й час. Время, когда ты можешь делать что-то важное. Когда у тебя появляется дополнительная энергия. И он. Время действовать. Салют, представься, пожалуйста. Ильдар Каджарахов. Кто сегодня твой противник? Дмитрий Ларин. Почему Дмитрий Ларин? Как это вышло? Ну, я так подумал, что мы с ним два самые лучшие рэпера на Ютубе, и мы должны сразиться и, наконец-таки, решить, кто лучший рэпер, и отправиться в свой тур. Я видел твои предыдущие батлы, и хотелось бы сказать, что нет. А почему сегодня да? Ну, потому что наконец-то. Угу. А что интересненького будет? Что будут в Ютубе обсуждать? Какие-нибудь мемасики заготовил? Что у тебя там? Мемасики, ну, покекать так чисто, может быть. Не знаю. Посмотрим. Ничего не обещаю. Волнуюсь. Вчера прикол был. Вчера был 1 апреля. И прям 1 апреля я схватил ларингит. И типа это самое ироничное дерьмо, которое могло произойти за день перед версусом с Ларином. У меня ларингит и охрипший голос. А, ясно. Ну, такое, да. Надеюсь, другие панчи лучше. Ты сам придумал это? Нет, это правда. Я понял. А, другой вопрос. Скажи, ну, батлы проходят без судейства. Как зрители поймут, что ты разъебал или тебя разъебали? Интуитивно, я думаю. Охуеть, обычно сердце почувствую, да. Ну, желаем тебе маленькой удачи. Спасибо. И большого терпения. Счастливо. Салют, представься, пожалуйста. Ларин. Кто сегодня твой противник? Вот сейчас хотел сказать ресторатор. Эльдар Джарахов. Ну да. А почему ты выбрал такого грозного соперника? Ну потому что я считаю, что здесь неплохо было бы провести такой, знаешь, нюрнбергский процесс, потому что война-то, в общем-то, уже выиграна, но необходимо обозначить преступление против человечности, которое производит этот гражданин, и мы сделаем с ним то же самое, что с немцами после войны. Опять умничаешь? Да нет, типа жиза. Я понял. Расскажи, ты сегодня пришел побатлить или похайпить? Да какой хайп? В прошлый раз типа не особенно было. Да, конечно, блядь. Все ролики потом за миллионы там пошло, поехало. Я считаю, что сейчас культура — это мемификация. Мемификация медийного пространства. Поэтому, ну, наплодим еще мемов. Ну, годная задача. А мемы, они же как гены. Ричард Докинс, вся фигня, ты почитай. Классно. Опять это делаешь? Как ты это делаешь? Жиза, мужик. А, действительно. Расскажи, как зрители поймут, кто победил в этом батле? Спинным мозгом. У них... встанут волосы на затылке. Не у меня, у них. Ну, знаешь, такая хуйня есть. Ты тоже поймешь. Ну, ладно. Расскажи, что будет после батла, если ты выиграешь, если проиграешь. Что изменится? Я отправлюсь спать, жить в цивилизации, потому что готовился я в деревне, рубил дрова, носил воду из колодца. Вы все это знаете. Я был вынужден уехать в область. Ну, такая жизнь. Просто жиза. Опять мы к этому приходим, чувак. Расскажи, как тебе биты вообще помогут, сегодня помешают? Я начну с того, что биты сложные. Биты, надеюсь, помогут. Надеюсь, я с них не соскочу. Ну, с этого батла ты не соскочил, это уже спасибо. Как бы поединок будет, битве быть. Желаем удачи. Спасибо. Парни, такие батлы пи***ц, как сложно делать. И мы говорим спасибо нашим братишкам из Лети за то, что они помогли нам организовать всю эту тусу. Лети Шопс — это кэшбэк. Он позволяет вернуть часть бабла за покупки в сети. И юзать можно абсолютно бесплатно. Алиэкспресс, заказ хавки... авиабилеты, любые билеты, Лети Шопс где угодно вернет тебе деньги. Я лично сам попробовал, охуенная тема, регистрируйся, очень круто. А для зрителей Версуса, наших братишек, код на повышенный кэшбэк в описании. Пау!
Салют, с вами Ресторатор, это Versus Battle, пошумим, блядь! Вы ждали этого долго, это самое громкое событие Ютуба. Не рэпа, этого мы еще подождем, а может и рэпа, хуй знает, как оно все выйдет. Нас сегодня поддерживают братишки из Леона. Вкусный вискарь поддерживает мой стакан, я поддерживаю его тоже. Вот, Леон — это ставки на спорт, ссылочка в описании. Сегодня за бодрость духа отвечает энергетический напиток ИОН. Видишь, Леон, ИОН и два в одном. Я люблю бухлишко, чтобы бодрило. Вот, ну как бы все должно быть по кайфу. У нас сегодня интересный батл, я попрошу ребят представиться. МС слева. Ларин. МС Ларин, дайте шума. МС справа. Рики Ф, Москва. По итогам жеребьевки начинает МС Джарахов. Ты передумал? Ты сказал, ты первый выступаешь. Первый выступает. Не-не, ты что-то путаешь. Ты первый. Ебать, ты меняешь мнение, пиздец. Ребята, мы тут не о Юле Реш спорим просто. Вот ты же сказал, что он, и я говорю, что он, двое против одного. Не, мне похуй, давай перекинем, если что. А кто выиграл монетку? Я. Он сказал, я первый. Кто начинает? Он. Это грязные игры, согласен. Давайте кинем еще раз. Окей. Дайте монетку сюда. Не, мне похуй, просто вопрос принципиальный, что за пиздеж? 1 рубль. С двух сторон, разный. Орел и Решка. Орел. Собака за монетки, типа... Окей, все, хорошо полетело. Все, все, понимаю. Орел. Вторым. Сука. Окей. Ты сам это выбрал, чувак. Диджей, мочи первый бит, поехали, дайте шуму! Я! Яу! Соболев, Шурыгина, Марьяна, Ивангай, Синий Китлев против Версус Оксимирон. Я больше в своем тексте не трону хайповых тем, только Дмитрия Ларина, он вам не Димон. Так меня достал, ты слишком часто плачешь, будто Мазда. Дима, Маздай, любишь золотой дождь, но ты не Метазда. Я выключу твой рэп, называй меня Димазда. Если кто-то не заметил, я немного низкий. В конце зала люди думают, что ты один стоишь тут. Даже если прыгну, как ебаный кот, Эдгарабо, ты все равно будешь на голову выше. Но я встал на твою тёлку, другой ногой на бывшую. Теперь я выше, Димочка, я стою на цыпочках. Даже в своем доме ты не босс, хуесос. Тебя перечитал даже мопс, дядя пес. Тебе дали шанс, тебе дали бит. Я дам тебе в нос, это ларингит. Если бы в Питере был музей педиков, там бы был ларингит. Я где-то декаду бегу по битам, Дима, ты поздновато. Ты слыхал про кип-коп-ру, что ты знаешь про индобаттл. Ларим пиздобол, позиция наебалова. Ведь ты гнал на рэп 2 года назад без малого. Эта музыка может привлечь только отсталого. Теперь ты рэпер, Дима, что ж, добро пожаловать. Тебе здесь неуютно, не то что нашел у босса. Тут даже не предлагают трогать мужскую жопу. Нахуй тебе рэп, зачем полез на биты? У нас давно есть картавый талант, и это не ты. Йоу! А мы еще не слышали Ларина на битах, да давай сразу! Шуму, шуму! Come on! Весь русский сегмент знает Ларин, это бренд, мое имя, след на истории стен. Ненависть и гнев, конфликт, мой обед, на двуличный хейт у меня иммунитет. Я не рэп-авторитет, себе не апологет, не поясню за речь, но я имею честь. Моих побед тебе не счесть, я многих детей привлек к чтению. Ты к зашквар эпидемии насаждал им почтение, твой слаб хребет, каждый обед банкет. Он бургер ест, необучаемый шкет. Ты забыл, сколько это приносило бед? Забыл, что причина роста диабет? Это просто охуеть, ты тупой как табурет. Пизданутый придурок, нужен доктор Фрейд. Ты качаешь Юры Хер за свой респект. Жрал калы шкурой надувной, ты дефект. Был нужен врач, теперь ты мой пациент. Ты с тобой эти провинциалы, ну как мой земляк Ломоносов. Не гонюсь за коммерцией, ты продаешься без вопросов. Я не псевдоинтеллектуал, несмотря на ваши вбросы. Гонюсь за интеллигенцией, ты все с мозгом. Подростка, ты Петербург и деревенщина, стал бы на хуторе алкоголист. Я тут внял духу вековечный, ты взял скучные амбиции. Я решил стать обеспеченным.
Ты в Петербурге деревенщина, стал бы на хутор алкоголицу. Я тут принял дух увековеченный, ты взял глупые амбиции. Ты здесь же, чтоб стать обеспеченным, я из-за культурной столицы. В нас на севере взращивают путные принципы. Хайп твой ветер, ты засранный флюгер птицами. Вовсе ты не странный и умный, как Тирион. Как Джоффри не прилагал для уровня усилия. Я лью в твой рот яд, и горло душит бессилие. Сука, сука, не беси меня. Мы с тобой про... Ты готовился к бэтлу, не только уча текст. Ты готовил всех, вещая в блоге кучу тем. Прора, бэтлы, трудный учись, бред. Давишь на жалость, бери у Марьяны совет. Как... Ты ебаный стратег, ебаный стратег, ты ебаный стратег. Какой ты батл-рэпер? Это не в кассу термин. Какие онлайн-бэтлы? Ведь ты даже не эмси. Можешь гнать детям, что твоя рэп-вышка. Но мы все слышали, что твой бэтл не вышел. Текст был никудышен, толпой кричали нахуй мало, а мой батл-выстрел. Второй по хайпу на канале бой, тут принципиальный бой, шаришь? Ой, месяц я палил, что за стой клепаешь. В блоге говорил, мол, снимался еще дидеткой. Но у каждого второго есть такие видео. Это же не помощь блогеру в развитии. Для тебя даже хорошее селфи, блять, событие. Давишь на жалость, чисто пидорски пиздеж. Трясутся руки от пьянки, на картинке дрожь. 25 лбов снимает твое шоу. Всего два оператора в моем настрое. Тик-так, шерф, клик-клак-бэнг. Стыд ваш сленг, сник ваш жест. Ты брал сейчас не пистолет, клык на член. Карлик пей, сыт наш гей, тыкал ел, и сейчас пел, бит потел. Слив наш гей, тыкал ел, и сейчас пел, бит потел. Снег наш гей, тыкал ел, и сейчас пел, бит потел. Эй, 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 какой нахуй я... Эй, 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 это что, бит для карликов, я не закончил. Да какого, блять, хуя? Дима, это первый. Продолжаем, мужик! Какого члена оборвали бит? Мы это не склеиваем, чувак, никаких, блядь, нарезок. Какого хуя, блядь? Ба-ба-бам-бам! Бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам! Думал, я глуп, буду биться в вазелине, твои пидорские. Думал, я глупо буду биться в вазелине. Твои пидорские хитрости утомили. Уже мутите с корешами, Ваня, как-то сами. Все за фейм друг у друга отсосали. Кушал кал из куклы или лебезил у босса. Я не засал его послать, открыл свое шоу после. Среди друзей гей-вор и лобково-бородый. Работая на вязке, сучки, похуй на породу. Кобелей выбираешь по топу народа. Взял меня, блять, на случку, но я опытный кинолог. Твак, ты твак. Твак, ты твак. Псовая логика с тобой повсюду. Ты с людьми как сука, я могила ценю друга. И твои тайны сохраню, хоть мой шпиль знает Юлю. Шучу, ты бил ее как Филя грубо. Раунд! И сразу ебаш второй, диджей. Нехуй ты ебать. Я потом с субтитрами пересмотрю. Может пойму, что я не... Я... В здании, все замерли. Я не могу просрать, будто нет задницы. В здании, в здании. Я не могу просрать, будто батли с Лариным. Трахну его, как хаван. Тима в семнахе идет по рукам. Если батл удалят, его перезальют под названием «Карлик ебет старика». Я не понимаю, откуда в тебе так много обиды. Ты так переборол, видно, недостаток либидо. Тут ты переволки блогеров, скорее по нехида. Дима, 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 Дима. Ты пидор, ебальник, похож на ватрушку. По уровню контента ты Юлия Пушман. Мои треки стреляют, потому что они пушка. Ты несешь чушь, поэтому ты чушка. Хуви текст написал Рики. Да, не пушка, ты несешь чушь, поэтому ты чушка. Хуви текст написал Рики, точно. Мне писал тоже Рики, точно. Что ты сделал Рики, блять, убил его родителей? Или того хуже, ты что, съел его пончик? Ошивался у подъезда, как моя фанатка. И зачем ты закопал там текст своего батла? Сейчас мы все увидели, говно вылазит по весне. Сука, умоляю, закопай его обратно. Раунд! По минуте, чувак, по минуте были раунды, не по 8. Тебя это, блядь, ебать не должно, ёптать.
Опять короткий промежуток выбрал, блядь, камон. Вот, давайте, Битлов, ну камон. Coming out. Coming out. Coming out. Я Дмитрий Уткин, да, Ларин псевдоним. Пользу для покоя семьи не оцените. Выбрал авторский ник, как Ларри Кинг, как Брюс Ли, как Утесов Леонид. Тебя же вынудил за родину стыд. Боялся, что здесь ты получишь пизды. И скрыл, что ты Эльдар Казанфар Оглы. Подни ворота голы, ты банкрот этой игры. Для карлика все штаны широки. Ты путаешься в них, как... Вау, вау. Для карлика все штаны широки. Ты путаешься в них, как... Блять, надо так и читать. Для карлика все штаны широки. Ты путаешься в них, а я рэп-тушитель. 600 треков запилил, но еще любитель. Выпускаю диск, я у всех на репите. Хип-хопу прилип, как жалко я в шаг. Чтоб показаться своим, открыл дай леща. Пидор, крыса. Пиздишь, что хайт роста не ранит душонку. Личность и честь не доросли до корнишона. Не смог признать себе ты пидор лепрекона. Крыса с достоинства концептом незнакома. В Тольятти не посетила икона концерта. Ты украл у Люда центы. Комплекс рост артист гнома обесценил. Высоты засал клубной сцены. Приятель, цени пруфы бесценны. No. This side. Комплексы детства, вина родителей. Я не хотел оскорбить твоих, но ведь тебя могли исцелить. Поверь, можно ли сильней не ценить детей? Тебе не сказали о гормонотерапии. Никто тебя не принял, как голума в шире. Открой глаза пошире, ты не нужен даже близким. От того, что жалок, не от того, что низкий. Взял себе близняшек, но не дали обе киски. Одна твердит, ты гей, и не из-за стрижки. Меня звала другая, дратик за сишки и виски. А ты боялся, я ищу твою прописку. Блять, ты дурак, что ли? Да кому нужна эта пиздливая чикса? Она видна лишь у забитых в подписках. Такие жадные крыски обычно пиздят на вписках. Ларин против таких, ими забиты мои списки. Я уже с десяток зачеркнул карьер. И как таких убирать, покажу пример. Нет ничего проще, друг, поверь. Ебать на батле того, чью суку ты имел. Я забрал Решина голубом на хуй. Делать шепа... Я забрал Решина голопом нахуй. Ты плачешь по ней в перископе сопляжуй. Ты решил больше так не сплохуй. Застрахуюсь, перейду наполовину в другую. В старом платье реж, делал селфи. Поднял бабе племя, хотел спермы. Ютуба резко платье в лес, там все и пируют. Встал под хайп, раздвинул двери пещеры. Чуешь это бодибэк, я вставил на сухую. Хаю, хай, хую по комедийной карьере. Пидор, пидор. Больше всего ты боишься одиночества, и тупочести уйду, ты нахуй нужен другое ебище. Я буду скидывать, похуй. Взял билет на концерт Эльдара за шквар. Он поимеет с этого навар. Когда по угару он решит проебать, вам остается лишь ждать, что бар вернет бабки с их кармана за его гонорар. Беги, крыса, из-под этой крыши дави крысу, как только ее слышишь, беги. Крыса из-под этой крыши, дави крысу, как только ее слышишь, блять, раунд! Я сдаюсь! Я! Поехали! Блять, как же ты меня заебал! Как же вы меня заебали! Сука, как же заебали! Лицемерные мрази, что в погоне за хайпом лезут к нам в рэп. Ты хотел порамсить со мной речитативом, но не помню, чтоб хоть раз записал трек. Хова, ты доволен и чего ты добился, хотя б немного мог подумать головой. Дебил, мы помним, как он записал свои треки. Теперь эту хуйню попробуй забыть. Ты назвал его петухом, типа Хован Гребень, но сам настолько слаб и убог, что на твоем фоне Хован Лебедь. А я спустился с гор, я гордый орел. Это уже не шутки, я к чему веду. В этой птице ферме знай свое место, Уткин. О, это уже Релот, сука, еп. И это уже не шутки, я к чему веду. В этой птице ферме знай свое место, Уткин. Воу,
Это УК, клик-клак, время уже тик-так, пора менять пиджак. В этом городе ты, видимо, главный самоубийца. Раз ты снова тут, я буду звать тебя Рик Флаг. Так усиленно пытался делать вид, типа твоя жизнь как фильм. Нам похеру, если, блядь, твоя жизнь это фильм. Только взломать блогеров. Так и не стрелять. И про тебя Хаски, похоже, писал. Не стал красивым, не стал богатым. Блядь, автоматом ты тоже не стал. Я убил тебя, поэтому тут траур. И не трогая того, что ты картавый. Но я не мог понять, когда начать читать. Ведь ты не в силах даже выговорить раунд. Пиздуй на слово, не будет проблем. Да мне тут ебаные буквы. Пока на нас объявляют охоту в твиттере. Правые войны культуры. У нас нет продаж и концертов. В этом виноваты звезды ютуба. Вас на вашем же поле обогнал шепелявый алкаш. Это ли не повод подумать? Мой рэп о вечном только. Уфу-фу-фу-фу. Правые войны культуры. У нас нет продаж и концертов. В этом виноваты звезды ютуба. Вас на вашем же поле обогнал шепелявый алкаш. Это ли не повод подумать? Мой рэп о вечном, твой конъюнктура. Ты телефон, я Павел Дуров. Ты здесь чужой, всегда гнал на рэп. Сейчас собираешься ехать в туры. Ты чужой, но я объясню, чтоб дошло даже до тупого. Это не баттл, а фильм и ремейк. Ведь на ваших глазах хищник убил чужого. Бич! Отдай микрофон, мальчик. Где? Мама, где? У нас так принято, право спрашивать. Какой мужики, да, Хованский стоит такой, где? Да, 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 оба меня. Давай, три, ну, камон, бро. Он сказал это. Ты не тянешь лайф, тебя натягивает в кайф. Не перетянешь хайп, вас затягивает вайп. Ты взял займ на дабл райм. Я не крал тайн, я ебал ваш грайм. Каждый знает, я рэп самурай. А ты гей гай, тут голубей рай. Ты со всеми пил здесь. Я не хотел тупым лезть. Для них в этой игре я перст и NPC. Они все видели твой текст вблизи. Ебучий бак, тут я могу шлажать. Ебучий бак, тут я могу сажать на шланг игру. И тебя не любят, ларина. Нахуй слали зла, зря и подвали сюда. Вы дождались сюда, не буду батлиться за бред. Ебучий бак, тут я могу сажать на шланг людей тебя. Блядь, поддержите! Ебучий бак, тут я могу сажать на шланг игру и тебя не любят, Ларина. Нахуй слали зря и позвали сюда, вы дождались сюда. Не буду батлиться за сбрил вашего труда. Да ёбаный ты глох. Не буду батлиться за брелы вашего труда. Опять покажете дебилам, как год назад. Хотите мне поиметь мою задницу? Ну хуй, нахуй этот ад. Меня 10 ваши рэперы хотят мой, блять. Я играю в Млечного. Ты, сука, еще за Виджелинка ответишь, бля. Да-да-да, затянем. Похуем. Меня 10 ваши рэперы хотят мой, а, блядь. Меня 10 ваши рэперы хотят мой хайп. Большая игра, блядь, ёб вашу мать. Давай, релоуд. Соберись. Я соберусь. Релоуд, шуму дайте. Перпендикулярно, возьми микрофон. Перпендикулярно? Вот, охуенно. Большая игра, блядь, ёб вашу мать. Все хотят мой хайп, ёб твою мать. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Большая игра, блядь, ёб вашу мать. Все хотят мой хайп, ёб вашу мать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Всей толпы псаль панчи, дайте себе пять. Дайте себе пять. Слово агентство написания рифмы панчи. Первые пишут, вторые дрочат, до силь подачи. Третьи на вдоже режут голоды пачками. Дарик и Маро, ты в инвизе, но мой глаз на меде. Значит, я вижу, где проплаченные мальчики. Батлы с друзьями. Ну а хули? Ну а хули? Статус нужен для галата. Млечный тупит по команде. Потом Драго помогает. Слава снова не в порядке. Память снова не в порядке. На фрешбладе также забывать. Банальное дело. Реклама ставок продается. А вы хаваете это? Yeah, yeah, yeah. Слово режет еще
чаще, чей не забывает панчи. Но на роликах он тащит их баталии блестящие. Но не все, бля, настоящие, своих сделав силачами. Сразу же помчали в ящик, сразу же помчали в ящик. Слава СПБ, холопы ТНТ. Это проще ЛСД для наёба СНГ. Кто рекламит Косякова на площадке Версус Аден, отвечает так толково, набирает веса для того, чтобы в дальнейшем стать не двигай нахуй. Еще раз тебе. Тен рекламит Косякова на площадке Версус Аден, отвечает так толково, набирает веса для того, чтобы в дальнейшем стать для гноя оппонента. Батл ТНТ не шутка, поверьте, не нужна накрутка хитрейшим. Они делают бифы, они делают клипы, они делают рифмы, они портят на рипе. Я их мор, ведь я рипер, я их мор, ведь я рипер, я их мор, ведь я рипер, я их мор, ведь я рипер. 15-й год, с ТНТ у Саши ни о чем был разговор. Ебаный вздор, две компании и пообщались до сих пор. 15-й год, через... 15-й год, 15-й год, 15-й год, 15-й год, 15-й год, 15-й год. Это сложно. 15-й год, я просто застрял там, блять, в этом году. Мне был пиздец там. 15-й год, с Хайдом Чейни подковы подогрунул. Эй! 15-й год, с ТНТ у Саши ни о чем был разговор. Да какого хуя я про Сашу говорю вновь? 15-й год, с Хайдом Чейни подковы подогнул. Он пизданул, что мешало Версу слову в этом году. Ебаный вздор. Ебать, ебать. 15-й год. Азуй. На сайтах слово и версус, на ренессансе слово и версус, на хайп-трейне слово и версус, на микстейпах слово и версус. Пишите микстейпы хоть всем табором, густрайт за шквар для имитаторов. Для вас батл лишь рестлинг и театр. Рестлинг и театр. 15-й год. 15-й год. 15-й год. 15-й год. Это важно. Это важно. Вы позвали меня, чтоб забрать мой хайп. Думали я, мальчик для битья, я на имя и хайп. Работал потом и кровью, взорвался под почву, нарастился на почву. Почту, ёб твою мать, какого хуя? 15-й год, да, давай его! Это получается! 15-й год. Думаете, я дам то, что... Ой. Думали я, мальчик для битья, нихуя. Такие дела. Ну я типа делаю это хотя бы. А, давай год, про год, про год. Это важно. Это важно. 15-й год, это важно. 15-й год, это важно. Да похуй. Ёб твою мать, вы забрали. Ах, это все. Звали меня, чтоб забрать мой хайп. Думали я, мальчик для битья, я не имею хайп. Работал потом на кровь, зарылся под почву, разносил фанатам почту. Нахуй этот ад. Нахуй этот ад. Нахуй этот ад. Нахуй этот. Думали, отдам что-то, блять, не... Сука! Давай 15-й год снова. 15-й год, 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 15-й год,
Однажды приходит псих и делает в скользкой игре прорыв. Думаете, ёбнутый стих, но в проекте поймете весь рэп фальшив. Блять, весь рэп фальшив.
весь рэп фальшив. 15-й год. 15-й год. 15-й год. Пятнадцатый год, я один хуй засчитаю и закину то говно, которое хотел закинуть. Мне похуй, как это воспримут, йоу! Закину! Что думаешь, закину? Что думаешь, закину? Что думаешь, закину? Типа рап-площадка. Окей, окей. Подорусь, можно воды? Можно воды! Я, короче, что-то того. Пятнадцатый год, нахуй идет. Я сейчас другое зачитаю, вот вам вот. Вот вам вот! Вот вам вот, я могу, да, повеселить людей, типа. Вот вам вот, эй! Вот вам вот! Однажды приходит псих и делает скользкой игре прорыв. Думаете, ёбнутый стих, но проверите, поймете, тут рэп фальшив. Везде наёб, все площадки сговорились, своим броньём рэп тащит в могилу. Поэтому теперь моя площадка открыта. Мой батл с Икеем сейчас не вскрытых. Охуеть, раунд! Это был самый, блядь, долгий BPM за всю историю, блядь, мира, нахуй. И что мы запомнили, вот, 2015 год! Прежде чем я скажу еще что-то, блядь, мы взмокли, нахуй. Это был полный сюр, но это было, блядь, как-то эпично. Тут внутри, там на камере вам будет не круто, идите нахуй. Тут было прикольно. Вы многого не увидите из того, что мы вырежем, как крайняя плоть примерно. Вот. Ребят, давайте пошумим Ларину. И низкий флекс Джарахову. Это был Versus Battle BPM. Следи за новостями, пиздюк. Пау! Бля, это было какое-то непонятное хайповое дерьмо. Я взмок, хоть и не прыгал, как Букер. Это было жестко.